Транспортный поток дачников. Едут по новой дороге маршрута Дмитриевка-Ильинка. Дорожное полотно своей новизной радует водителей не везде. Местами оно пошло трещинами и разломами, которые удивляют своей длиной. Длина трещины около 1 километра. Она разделила дорогу ровно посередине. Получилась некая разделительная полоса. Правда, водители такой разметке совсем не рады. Новый асфальт без нареканий прослужил 2 года. На 3-й год местами появилась паутина разломов. Дорога не выдержала проверку временем. Интенсивность движения тоже сделала свое дело. Грузовые машины ездят, КАМАЗы ездят. Ну, дорога не рассчитана, но такие тяжелые машины. Поэтому вот и трещина. А потом они все больше и больше будут эти трещины. Трещины действительно продолжают расти. Если не принять меры, дорога начнет разрушаться. Это лишь вопрос времени. Или подготовка была, значит, или качественно не укатали просто-напросто. Потому что рвет ее из-за чего? Только из-за того, что там влага попадает, она и рвет ее. Это все только в этом и зависит. В этом есть львиная доля правды. Рядом озеро, много подземных течений. Интенсивная влага действительно разрушает дорогу. Проблемные участки уже обследованы комиссией. Список дефектов передан подрядной организации ТАТ-Автодор, которая делала дорогу. В сезон дорожных работ они должны будут устранить дефекты по гарантии. Рассматриваются также работы по санации, без которых вода периодически будет вести свою разрушительную работу. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, новости НТР.